Для успешной деятельности во избежание жалоб от жителей республики и приостановок регистрации Управление Росреестра по Калмыкии будет регулярно составлять и публиковать рейтинг кадастровых инженеров. Таким образом, жители, то есть непосредственно их клиенты, будут знать, к кому обращаться, а кому не стоит. Это позволит повысить качество услуг и сократить количество приостановок регистрационных действий. Проанализировав эту работу, мы поняли, что достичь, наверное, максимального успеха в взаимодействии с кадастровыми инженерами надо не только с ними вплотную работать, как мы это сделали, да, мы, кстати, так же, как и правительство сделало чат с главами муниципальных образований, мы сделали свой именно чат для быстрого оперативного взаимодействия с кадастровыми инженерами. И почти все кадастровые инженеры, действующие на территории республики, вошли в этот чат. И я хочу сказать уже после первой недели, которая у нас сейчас работает, очень активно кадастровые инженеры ими пользуются. Сразу моментально задаются вопросы, решаются. Государственные сразу там начинают сразу писать, да, кто, кому что нужно прислать там, да, или что-то исправить. И вот эта работа у нас пошла.